пока просто ничего ясного нет. Музыкант и лидер группы «Пилот» Илья Черт попал в больницу. Некоторые СМИ даже сообщили, что Илья находится в реанимации после операции на сердце. Мы позвонили сначала концертному директору группы, а следом и самому Илье. Ответили оба. И вот что известно. Посмотрите официальный аккаунт группы «Пилот» в ВКонтакте. Илья Леонович Кнабингов комментирует посты за вчерашний день, даже за сегодняшний. Все это чушь. Не знаю, кто это ясно сказал. Все с ним в порядке. Однако сам Илья Черт подтвердил, что находится в больнице. Диагноз пока не ясен. Ну, так бывает. Не так плохо, да. Пока просто ничего ясного нет. Но вы в Петербурге, да? Да, я в Питере, да, пока. Пока все в порядке. Мне мои же пресс-атташе голову намылит. Лучше звонить им.